Алексея. Вас приветствуют комментаторы сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Итак, состав тот. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Здравствуйте! Вас приветствуют комментаторы сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Итак, состав Тоттенхэма. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Здравствуйте! Вас приветствуют комментаторы сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Здравствуйте! Вас приветствуют комментаторы сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Здравствуйте! Вас приветствуют комментаторы сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Первый тайм начался. Хьюз. Потери и у соперников. Делли Алли. Тоттенхэм атакует по флангу, и там их не встречают. Подавай! Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот.